привет! Это Мася Кот. И как бы по-настоящему меня зовут Вика. И вы, наверное, это знаете. И я вам уже говорила, когда проводила рум-тур в квартире, говорила, что ближе к лету мы начинаем ремонт. Сегодня уже конец апреля, и мы сделали в зале полы. И я хочу сейчас показать, как выглядит зал. Правда, тут еще был беспорядок, пока мы делаем ремонт. Мы тут красим плинтус, это полы мы уже все, ну, ламинат мы уже наложили. И поэтому стало тут намного лучше, намного и светло. Диван мы все тут повыкидывали. Сейчас мы все переехали в мою комнату. Также за ужасный бардак, поэтому снимать свою комнату я не буду. Ну, только когда наведу там порядок. Тогда я вам покажу, что там творится. А сейчас я хочу вам показать, что сейчас творится в зале. Мася сейчас тоже у меня в комнате, он там лежит на диване и отдыхает. Ну, я, когда буду наводить порядок, я его, разумеется, швырну. Ну, ладно, швырну. Сброшу. Вышвырну. Блин. Ладно, это не важно. Просто сейчас покажу, как выглядит зал. Именно сейчас. В то время, когда я нахожусь тут. Проходим. В общем, сейчас зал выглядит как бы вот так вот. Мы тоже здесь все выкинули. Вот осталось пока что зеркало. Но это пока что. Это еще ненадолго будет. Скоро мы тоже выкинем. И поставим сюда шкаф с зеркалами. Но он сам будет с зеркалами, правда. Тут сейчас очень светло стало, просторно. Вот. Это то, что сейчас происходит у нас в зале. Вот такой бардак. Все из шкафов, все перетащили. Вот это пакеты. Вот, ну, родители когда тут делали пол, а мне не разрешали. Папа вчера, вот, сейчас вам показала, начал красить плин. Ну, вот эти вот, блин, забыла. В общем, и вот какие они были до этого. А еще папа практически везде наложил вот такие вот штуковины. Блин, немного. Потому что папа тут пилил доски, и пыль летела во все стороны. Надо тут будет пропылесосить потом обязательно. Ходить в тапках по полу еще нельзя. Ну, потому что еще ремонт сделал не до конца. Не знаю почему, но нельзя. Вот штучки, которые папа отпилил, тут их очень много лежит. В общем, вот тут все провода, мы их убрали, вот они. Мама еще тут сделала рассаду, вот. Мы просто взяли кредит, ой, мне не видно, чтобы сделать ремонт. Просто взяли кредит и будем теперь платить каждый месяц. Кстати, 10 мая моя мама пойдет учиться на водительские права. Где-то к осени у нас будет машина. Поэтому за все это дело очень серьезно взялась мама. Постоянно что-то там говорила про это. Говорила, а сейчас это все очень серьезно. И мы делаем, будем делать полы во всем доме. У нас осталось еще вот столько вот полов, ну, досок. У меня тоже будем делать потолки. А еще ремонт будет у нас на кухне. И не знаю, сколько этого времени займет, но мама сказала, что к моему дню рождения это может быть, может случиться. А мой день рождения через 28 дней. Через 28 дней мне исполняется 12 лет. Ну, я как бы и рада, и взрослеть как-то неохота мне. Ну, не знаю почему, но неохота. В общем, вот. Вот и все. Я вам показала, что мы сейчас готовимся к ремонту. И, ну, уже начали его делать. За это время все очень серьезно. А вы поставьте лайк, подпишитесь на канал.